Мур, привет, друг, это Зверько. У меня часто спрашивают, почему у меня нет детей. А дело в том, что в фехтовании я 13 лет и до сих пор не купил ракушку, защищающую пах. Вот и вчера. Поэтому голос может казаться высоким. Шучу, я привык. Итак, патч 1.6.26. Большинство изменений из него и предыдущих патчей ожидаем уже 26 октября на основной сервер. На тестовый ввели нового перса танка Филакса. Позавчера я сделал на него обзор. Зайди глянь. Вот поставь на паузу, сходи посмотри, потом вернись, тут лайк прожми и погнали дальше. Новый герой Эймон выходит на основу 26 октября. Гайд на него будет примерно тогда же. Выпускать гайд раньше выхода героя после случая с Заском не вижу смысла. Выпустил гайд, а Заска изменили. Скины. Циклоп. Соломенная кукла. Будет доступен через ивент 28 октября. Бардс. Скин Бардсштейн. Будет доступен 30 октября. Вейл. Парящий Девата. Будет звездным скином ноября. Новый эпический скин Гассена. Откровение души. Оценен в 899 алмазов и доступен с 6 ноября. Скин Хаябусы Шура. Или Шура? Можно будет получить событий мега распродажа. Откровение рассвета. Скин для Люнакс. Будет стоить 899 алмазов и доступен с 20 ноября. Скин Карины Дуэлянт Рока будет переделан. Все цены озвучены без учета стартовой скидки в 30%. Но можно купить скины еще дешевле, купив алмазы. Где? Правильно, в Кодашоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодашоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс.Деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Магазин фрагментов. Покажу просто картинками. Там круговые изменения каждый месяц. Изменения героев. Халид. Отменили изменения для первого навыка и пассивки, о которых я говорил в 1.6.24. Иритель. Получила небольшой перебаланс. Исправлена проблема замирания во время передвижения и стрельбы автоатакой. Честно, изменений лично я не заметил. Первый навык. Увеличили базовый урон. Было 250-400, будет 450-650. Но немного уменьшили срезание брони. Было 15-60, будет 15-40. Ульта. Добавили времени на перезарядку. Было 42-30 секунд, будет 45-39 секунд. Броуди решили сильно апнуть. Увеличили скорость атаки с 50% до 70%. Беатрис. Вескер, дробовик. Урон второго выстрела базовой атаки в одной и той же цели уменьшается до 70%. Ранее уменьшался до 40%, но третий и последующие выстрелы все так же уменьшаются до 40%. Увеличили вампиризм с 80% до 100%. Ульту Вескера откатили к версии основного сервера. Нибиру, пистолеты. Изменили формулу расчета, сделав урон более предметозависимым. Раньше в формуле было плюс 15 базовой атаки, и их заменили на 5% физатаки. Аргус. Пассивка. В прошлом патче ее сильно апнули. Теперь решили убавить до 100%. Напомню, что на основном сервере пассивка наносит 80% урона. Аулус. Второй навык. Увеличили базовое исцеление от заряженной атаки вдвое. Было 15, будет 30.
Карина, разработчики заметили, что трэш-билд на Карину в танка очень популярен и достаточно силен. Поэтому решили изменить расчет пассивки. Ну а я пошел удалять сценарий, посвященный этой мутации Карины. Вот тебе расчеты. Теперь пассивка наносит больше урона при наличии магических предметов. Ив. Ульте в свапе немного уменьшили урон. Было 105-165, будет 65-125. Барц. Отменили изменения прошлого патча. Пакита. Ульта. Отменили нерф прошлого патча. И вдобавок нерфанули урон первого навыка. Исправлены мелкие баги. Например, кукла Виксаны не распространяла эффекты предметов. Исправлены ошибки сигналов в бою. Исправлена ошибка, из-за которой в матчах было много звуков нажатия. Исправлен баг, когда воспроизводилась не выбранная фоновая музыка, а дефолтная. Исправлена ошибка разрешения начального экрана. Обзор на трэш-сборку Карины отменяется, придумаю что-нибудь еще. На этом все. А если ты, молодой тигриный лев, хочешь помочь каналу, то поделись видео в соцсетях. Увидимся в новых видео, друг. Удачных боев! Что победить, что любовь, то уже не